Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день, удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияние в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Стрелец. Наибольшие успехи ожидают стрельцов в бизнесе. Сферы услуг, туризм, торговля антиквариатом будут наиболее удачными видами деятельности. Но день не подходит для начинания дела с нуля. А вот для укрепления текущего положения, вполне благоприятен. Но не надейтесь, что блага сами свалятся на вас. Только тяжкий труд гарантирует вам достижение цели. Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно, они указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте тяжелой физической работы, возможны травмы или обострение хронических заболеваний. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны серьезные затруднения в новых делах или переосмысление намеченных целей. Суетливость или большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус. Гороскоп не рекомендует сегодня стрельцу отправляться в дальнюю поездку. Тем более, что дома много дел, а срочная работа сама не сделается. Многие дела будут валиться из рук, но стрелец сможет проконтролировать то, что является первостепенным. Если вы занимаетесь спортом, то вас ждут высокие достижения в этой области. Общаясь с избранником, старайтесь быть честным и искренним.